54-летний житель Сочи сообщил о преступлении в отдел полиции Центрального района УВД. По словам мужчины, вечером он сидел в своем припаркованном автомобиле «Лада Ларгус», когда неизвестный молодой человек просунул руку в открытое окно и выхватил его мобильный телефон. Украденное оценивается более чем в 15 тысяч рублей. Преступника оперативно задержали, им оказался 26-летний житель Волгоградской области. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит срок до 4 лет лишения свободы. На улице Альпийской возле дома 27 женщина из своей квартиры бросала стеклянные банки в детей, которые играли на улице. По словам очевидцев, ей не понравился шум во дворе. Пострадавших нет. В Сочи на центральном пляже «Маяк» утонул мужчина. Пострадавшего достали из воды без дыхания. Спасатели делали непрямой массаж сердца, но прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. 32-летний мужчина и 26-летняя девушка из Красноярского края пытались провести 1 килограмм наркотиков в Сочи. Полицейские обнаружили свертки в личных вещах молодых людей на посту ДПС. Возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.